Коллеги, прежде чем я объявлю первого выступающего, я хочу сказать о порядке нашей работы. Ну, во-первых, я призываю всех к краткости, потому что выступающих у нас много, и мне бы не хотелось говорить о том, что я в отчаянии и что я вынуждена напомнить о регламенте. В 4 часа предполагается небольшой перерыв на так называемый кофе-брейк, и я полагаю, что к 18 часам мы сумеем завершить нашу работу. Ну а сейчас я приглашаю Владимира Юрьевича Борисова, директора музея МПГУ, старшего преподавателя кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства художественно-графического факультета Института искусств Московский педагогический государственный университет. Да, пожалуйста, вот сюда, пожалуйста.